Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi 1993 года выпуска. Двигатель 4D68 Turbo. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, 2-литровый дизельный двигатель. Коробка механическая, полный привод. Пробег на автомобиле 314 тысяч километров. Заменю на нем передний левый шрус. Он здесь не только хрустит, он здесь щелкает и громыхает так, как будто вот-вот у него там все развалится и высыпется. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо и откручиваю гайку привода. Снял колесо, снимаю вот этот шплинт. Здесь все заржавевшее. Очень хочу надеяться, что привод из ступицы выйдет легко. Гайка на 32. Попробую пистолетом. Все-таки замечательная штука пистолет, в очередной раз убеждаюсь. Здорово. Я очень рад, что привод у нас не надо выносить кувалдой. Откручиваю суппорт. Два болта. Головка на 17. Снимаю суппорт и подвешиваю его за пружину. Теперь откручиваю гайку шаровой опоры. Суппорт повесил за пружину наверх. Гайка на 19. Затянуто довольно-таки сильно. Резьба на пальце шаровая длинная. Снять гайку не получится, она у нас упрется в привод. Поэтому привод надо немножко сдвинуть. И тогда сможем снять гайку. Гайку я открутил. Теперь сейчас освещение добавлю. Беру молоток и пару хлестких ударов в цапфу. Пыльник уже потрескавшийся, но еще не порванный.
Все, шаровая отошла, но у нас ее держит стойка стабилизатора. Откручиваю стойку стабилизатора. Здесь все в коррозии. Палец стоит жестко, судя по всему, стойки стабилизатора не так давно меняли. Я гайку просто расшатаю, смажу и расшатаю ее. Ну что, попробую разобрать на месте. Здесь сзади протру. И сдвигаю пыльник.
Да, смазки маловато. Беру съемник. Вот и все. Ну, сам сепаратор еще не расколотый, но выработка такая, что при повороте руля там треск стоял, будь здоров. Я, честно говоря, даже боялся, что сепаратор уже расколотый. Элементарно, просто мало смазки. Снимаю пыльник, держу завал. Протираю. Беру новый привод. Беру шрус фирмы Биг. Размеры 30, 25 на 54. Это шлицевые, внутренняя, наружная, а это посадочная, насальник 54. По ми, по бику она идет ми 0,16. Это, как мне сказали, еще старого запаса. В комплекте идет привод, он уже частично набитый. Идет новый стопор, хомуты и гайка. Но стопор я менять не буду, поэтому видно, состояние у него хорошее. Он не срезанный.
И также в комплекте идет новый пыльник. Одеваю хомут. Одеваю пыльник. Набиваю пыльник смазкой. Смазку сейчас не оригинальную, ну, не которая в комплекте шла, набью. А набью Шрус МС. И той добавлю, потому что той мало будет одной смазки. Ну и добавлю еще всю из тюбика. Добиваю здесь. И одеваю привод. Одеваю пыльник. Заправляю хомут в машинку. Все, вот я натянул ее, загинаю маленько и обрезаю. Да, дешевый вариант, он есть дешевый вариант. Не берите дешевые машинки, берите нормальные. Потому что здесь приходится еще доделывать руками. Не хочет он ее обрезать. Два раза он ее резанул.
И все, нож сместился. Следующую возьму фирмы Форс. Хотя можно здесь и не обрезать ее. Вот так вот согнуть, оставить, вытащить, а дальше обрезать уже вручную. Но если ее покупать, машинку, зачем мучиться и дорезать вручную, когда она должна выполнять свою функцию полностью. Загинаем и зажимаем вот эти усы. Хомут зажимается ею очень хорошо. И точно так же вторую сторону. Вот я ее затянул, согнул, а дальше я ее просто выдергиваю. Зажимаю усы. И обрезаю лишнее. Все, пыльник стоит. Вот ее ни на внутренней, ни на наружной он не крутится. Протираю сзади смазку. Смазываю. Ну и завожу привод на место. Заталкивал, смазку стер.
закручиваю шаровы. Все, гайку шаровой затянул. Прикручиваю суппорт. Все, суппорт затянул. И затягиваю гайку привода. Ну, гайку я затянул уже не пистолетом, а рукой. Втыкаю отвертку. Снизу вентиляцию, металлическую отвертку вставляю. И закручиваю гайку в стойке стабилизатора. Все, стойку стабилизатора прикрутил. Устанавливаю колесо и на этом замену переднего левого шрус я закончил. Всего вам доброго.